Играть научись, будто боссаны. Эй, Кирюша, ты как? Я слышал выстрелы. Ботов завалил. Это что за хуйня на тебе? Мой новый набор. Я только что забрал новое донатное событие. И зачем я тебя в команду взял? Сейчас же сними эту хуйню и не позорь меня. Валенок. Жабка сказал, что это лучший набор в этой игре. И я его забрал. За 5000 алмазов. Ну раз жабка сказал. Окей. Да. Кирюша! Тут лежит броник. Третий. Воу, оставь его мне. Блять! Ой. Бро, все норм. Шлем спас. Ой. Валера, выручай. Ща подниму. Ебучий жабка. Лучший набор. За километр, блять, видно. Вай, какой красивый. Не, пошел нахуй. Чего? Блять, да я че, виноват, что я на этот набор стоил 3000 алмазов. Не приходится его носить. Боже, какой ты тупой. Ответь на один вопрос. Давай. За хуя крутить инкубатор с розовыми шмотками? Ах, вот оно как. Он красивый. Да че ты лечишь? Он очень популярный в этой игре. Если есть этот набор, ты охуенен. Понимаешь? Понимаю. Ну вот и отлично. Развыпендривался в розовом цвете. Так. Давай-ка мы сейчас сбавим обороты и пиздеть не будем. Когда я так сказал? Только что. Не. Я зашел. Так, алё, давай такой... пиздеть, завязывай. То есть всё-таки розовый это нормально? Нет. Так, нет. Успокойся давай. Розовый цвет, я ничего против. Бла-бла-бла. Если розовый цвет надел пацан, значит он сразу гомосек. Ну да, ну просто как можно надеть пацану розовый? Сейчас покажу тебе как. Камон. Видишь эту сковородку? Эта сковородка может залететь случайно в твои ебли. Дай посмотреть. Нет. Я же сейчас уебу. И за что ты меня уебешь? Уебу еще как. За то, что сидишь и меня в своем гребаном лобби засираешь. Только потому, что у меня есть этот гребаный набор, а у тебя его нету. То есть ты хочешь сказать, что я тебе тут просто типа завидую, потому что у меня нет этого дурацкого розового безвкусного набора для гомосеков? Все, ты меня уже заебал. Ну, реально для гомосеков. Вот этот ебучий плащ для гомосеков. Кто-то сказал гомосеки? Брат! Мне нужно... Что случилось? Аптечку, сука, дай! Какую аптечку? Которую мы нашли... Гандон! Зачем ты ее использовал? При 190 хп! Я что-то придумаю. Возьми гашек! Чего? Ты хочешь прыхнуть? Как это поможет против пулевого отверстия? Доверься мне, брат, это поможет. Ну не знаю, я никогда не... Давай. Все бывает в первый раз. Тяни прям сильно. И еще. Обязательно. Ебашь сразу же второй. Ты серьезно? Да, серьезно. Ну че, бро? Тебя вставляет? Кажется, да, определенно вставляет. Реально помогло. Ха-ха, ублюдок, узнал меня? Это ты же меня ранил. А я, смотри, живой. Цени эмоцию. Я тоже думал, что уже все понял. Один спасите. Выстрел, я труп. Они ебанутые, спасите. Кто ебанутый? Вы! Мы накуренные. Пока этого педика не кикните, играть не пойду. Чё, боже, делать? Блядь, снова начинается. Не пойду, не хочу, не буду. Мы рейтинг пошли брать или чё? Так ты же сам 2 минуты назад не хотел со мной играть, потому что я в розовом костюме. Я не хотел играть! Вы слышали, да, слышали? Зеленый, ты слышал? Чё? Я нихуя не слышал. Короче, объясняю, я залетел к нему в лобби, видел на нем этот дебильный розовый костюм и сказал, что этот цвет, но он не для пацанов. Ну гейский же цвет. Брат, я так скажу. Неважно, какой шмот на тебе, розовый или зеленый. Главное не быть как он. Он тот еще черт, поверь. Слушай, он дело говорит. Не многие говорили, что Авок черт. Нет, неправда, Авок это нормальный перс, поверь мне. Вот Кронос. Вот увижу его, отвечаю. Блять, снова гейские разговоры. Все, заебал, да, погнали. Главное, прицелься, не торопись. А ты куда стреляешь? В смысле, куда? Ты чё, не видишь? Там враги стоят. Какие враги? Вон, смотри. 2 гамадрила в лесу. Теперь вижу, они там стенку поставили. Чё будем делать? Зачем ты тратишь патроны? Забей на них. Если мы их не пришьем, они пришьют нас. Ну чё, ты их убил? Заебал уже пиздеть, ты мешаешь мне сосредоточиться. На! Попробуй сам, если думаешь, что это так просто.
Может, все-таки съебемся? Так, эта катка точно будет наша, топ-1 займем. Мамой клянусь, чем хочешь клянусь, топ-1 по-любому мой. И никто мне в этом не помешает. Охуеть, ты видел, что он творит? Сковородку ебнул за вас двоих в хэтку. Ты что-то сказал про еблю? Да? Ёбнул в хэтку. Ай, сука, блядь! Кажется, тебя, братик, нокнули. Да, меня нокнули. Ты что, не видишь, что ли? Давай, либо поднимай меня, либо иди разбирайся. Да не буду я тебя поднимать, ты мне гейм обозвал. Пойду сам разберусь. Я не понимаю, что за хрень. Он не умирает. Уже раз 10 прописал хедшот, а он все стоит. О, наконец-то. Из Казахстана, наверное. Короче, я с ним разобрался, сейчас я тебя подниму, но уясни один момент. Еще раз меня гейм обозвешь, будь там плавал, не подниму. Выходи, сыкло. Выходи давай. Или что, засал что ли? Ой, два дурачка играют СНС? Идиоты, это же рейтинг. Выкусите! Я топ-1. Так, я в лобби. Окей, сет у меня такой себе, поэтому надо привлечь внимание другим способом. Сделаю вот этого толдовского эмоцию. О, нихуя себе. Ты олд, что ли? Ничего себе, олд! А чё сет такой хуёвый? Эмоция, значит, у него есть, а штанов нормальных нету. В смысле олд? Он, по-вашему, олд? Я олд, у меня Дина костюм, а у него, чё, одна эмоция, всё. Господи, снова гребаные позеры. Возьмут себе одну эмоцию и выебываются. Вот у тебя костюм, у тебя скин охренительный. А у нее сиськи. А у него чё? А у него ни хрена, кроме одной эмоции. Вот и остается выебываться этой одной эмоцией в лобби. Да-да-да, я бы еще понял, если бы у тебя скилл уходил. Да-да, нормально. Да ладно, пацаны, не чморите его, ща выйдет же. Брат, не обижайся. Нэтив! Фу, Нэтиженка! Ну зачем вы так, ребята, с ним? Ну не все ведь могут позволить себе донатить в эту игру. Давай на катанах. Бля, ты крыса. Эй! Это нечестно! Пошел нахер. Ай, ай, ай! Сука, патроны! Индеец! Ты убил моего друга нечестно, поэтому я убью тебя. А на сегодня, братик, у меня все. С тобой был отец Евген и его самые топовые озвучечки в интернетике. Обязательно поставь лайкусик, если этот видеоролик тебе понравился, и напиши какой-нибудь комментарий. А также ты можешь сделать репосты или вырезать какой-нибудь крутой момент и залить его в ТикТок. Ну и само собой подписывайся на мой канал, если до сих пор на него не подписан. Увидимся. Пока-пока.